6 сентября новые выпуски «Еженедельника «Волна». Читайте в номере. Новый учебный год. Какие изменения ждет печерское образование? Летний чемпионат муниципалитета по мини-футболу завершен. Золото у «Газпром-охраны». Наш фотоотчет. К юбилею «Бызовой» пристанище ижемцев. 8 ДТП за неделю. 4 человека пострадали. Дорожная сводка. Как всегда в номере «Кроссворд», «Сканворд», «Гороскоп». Программа телепередач на неделю, детская страничка. И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.